На Пионерском проспекте специалисты муниципального контроля выявили 6 нарушений. Автомобили, припаркованные прямо на газоне, портят вид. Как показывает практика, в погоне за прибылью предприниматели не заботятся о комфорте своих постояльцев. Парковок не хватает, но владельцы гостиниц продолжают увеличивать число комнат. По заключению муниципального контроля, домовладельцы быстро привели территорию в надлежащий вид. Также установлен знак, запрещающий парковку. Разбитый тротуар возле стройплощадки восстановили, а дорожное полотно очистили от грязи.